Добрый вечер всем, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и творит добро Наталья. Сегодня наш ролик ежемесячный о наших собачках на передержке. Теперь к Наталье и к Вадиму прибавилось три собаки наших. Это Ярик, Мила и Венчика. Спросите, почему я отдала Венчику, девочки? Я очень безумно люблю эту собаку. Я сказала, если там что-то не получится, я заберу его обратно. Но, понимаете, вот вчера целый день я была в дороге, я ездила в Калугу. Сегодня я еду с Максиком на МРТ в Москву. Вернусь я поздно ночью. А завтра, там послезавтра я везу Максима обратно в клинику в Рязани. То есть поездки не останавливаются. И мне безумно жалко, что Веня находится дома один. Да, он меня безумно любит. Я не знаю, как он там скучает уже второй день, да, Наталья говорит. Но я думаю, сердце Натальи и Вадима растопит нашу Венечку. Но я это сделала только из лучших побуждений, чтобы ребенок мог гулять, двигаться, дышать свежим воздухом, передвигаться на коляске, чтобы у него не наступила атрофия мышц. Мила она сама по себе, очень милая. Наталье очень понравилась наша собачуля. Милочка тоже ищет семью и дом, может, найдутся на нее ручки. Мила очень маленькая, компактная, до 10 килограмм. Ярик прыгает на всех четырех лапках, вы увидите в видео. Спасибо за это огромное Николаю Николаевичу. За то, что ребенок наш остался на всех четырех лапках. Это прямо большая-большая благодарность нашему доктору Коле. Моя такая большая дружная семья. Теперь у нас прибавилась на передержке собака, и, соответственно, сумма тоже теперь будет немаленькая. Веня, Мила по 8 тысяч и плюс 5 тысяч Ярик. Спасибо вам всем. Сейчас мы в дороге, кстати, с Максимом едем на МРТ. Вот, спасибо всем, кто остался неравнодушным к чужой беде, к беде нашего Максюшки. Это замечательный, удивительный, солнечный, каштановый ребенок. Вот. Спасибо вам огромное всем, каждому. Девочки, спасибо за каждый ваш комментарий. Они действительно заставляют меня взбодриться и двигаться дальше. Конечно, я не брошу путь спасения. Никогда. Пока Господь дает мне силы, я с вашей помощью буду спасать всех тех, кто действительно остро нуждается в нас, у кого есть шанс на жизнь. Потому что, ну, только мы можем с вами дать этот шанс. Я всегда говорю, я как бы на втором плане, а вы моя такая большая поддержка, мощная. Спасибо вам. Спасибо. И смотрим ролик, как живут наши детки. Филя, Шарик, Венечка, Милочка, Ярик. Смотрим ролик, и, конечно, я, как всегда, обращаюсь за помощью к вам. Давайте оплатим ребятам передержку у замечательных людей, потому что, еще раз повторюсь, кто с нами недавно, у меня в приюте в моем нету возможности содержать особенных собак. Нашему каналу только год, я надеюсь, может быть, в будущем мы расстроимся, и, конечно же, всех своих детей я буду стараться оставлять возле себя, потому что в каждого вкладываешь душу, каждого любишь, каждый твой становится, ну, твоим таким ребенком, пушистым, лохматым ребенком. Моя большая дружная семья, как всегда, я обращаюсь к вам. Помогите нам финансово собрать денежки на особенных ребят, на передержку этих замечательных, уже всеми полюбившихся пушистиков. Я понимаю, что сложно, но, как всегда говорю, у вас 5, уже 6 тысяч человек, у нас подписчиков, каждые ваши 100 рублей. Каждые, вот, я понимаю, там, ну, пусть из 6 тысяч помогает 1000, но опять по 100 рублей, девчонки, мы сможем собрать им на их оплату, на передержку. Они же ждут
они же не могут остаться на улице. Мы же не для этого их спасали, чтобы они были без дома и семьи. И такая моя большая дружная семья. Переходите по ссылке в Инстаграм. Сейчас мы начали вести Инстаграм. Спасибо опять Вите, Мариане. Вот. У меня нет просто на это времени. Мы ведем ТикТок. Вита ведет ТикТок с нашими животными. Если кто-то хочет посмотреть, тоже можете подписаться. Как бы мы немножечко расширяемся, но пока все, конечно, нужно время. Особенно время, потому что побольше ручек, времени. Ручек, к сожалению, не хватает, времени тоже. Вот. Но я прошу вас, посмотрев ролик, обязательно откомментируйте. Оставьте свой комментарий со своими добрыми пожеланиями. Я буду знать, что вы со мной, что вы нас поддерживаете, что вы нас смотрите, что вы нам верите, доверяете, потому что ваше доверие для меня очень важно. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро», Наталья.